Давид, добрый день. Давно с вами не виделись. Вот, и я решила рассказать, как у нас с Миланочкой дела. Я тут недавно поняла, что со дня знакомства с вами прошел уже год. Вот, подводила итоги, сравнивала вот до и после. И очень вам благодарна, что вы взялись нам помогать, потому что очень порадовалась результатом. Просто если сравнивать, да, как у нас с полутора до трех, практически до 3,5 лет, у Милана вот психосоциальное ее развитие практически не менялось, не происходило. То есть вот как вот застряла она в полутора годах, как замкнулась в себе, так ничего и не менялось. Ну, то есть физически она росла, вот такого развития практически не было. И как за последний год она очень сильно поменялась, сколько навыков новых показала. Хотя через 3 месяца, наверное, после начала сеансов я начала расстраиваться, что у нас все так медленно происходит, как-то все тормозится. По сравнению с детками, вот видеоотзывы, которые смотрела, когда там за пару сеансов такие глобальные какие-то задачи решались. Вот, но если брать ретроспективу, то есть сравнивать, да, за последний год, какой скачок она сделала, вот он очень очень значимый. Вот я вам очень благодарна. Хотела вот об этом сказать. Вот со дня нашего последнего сеанса, да, какие изменения произошли. Наверное, самый глобальный показатель это наше обследование у невропатолога, которое показало, что развитие идет. Изменения происходят, и они положительные и очень хорошие. Первый раз мы к невропатологу, получается, в другой город, там мы ездили. Первый раз мы ездили в августе прошлого года, делали ЭЭГ, ну, общее обследование и ЭЭГ. И оно показало, что у нас задержка развития коры головного мозга, и оно соответствует 1,5 годам. Хотя Милане на тот момент 3,5 было. Вот, ну, собственно, как она себя вела, ну, так это отражало свою картину реальную. Вот, и следующий, вот, второй раз мы ездили в марте, тоже делали обследование ЭЭГ, и картина уже очень сильно поменялась. Развитие коры головного мозга соответствует ее реальному возрасту, 4 годам. Вот, и доктор несколько раз подчеркнула, что это удивительно хорошие результаты, необычно хорошие результаты, потому что обычно после такого лечения здесь догоняют полгода, год, а мы тут сразу такой скачок сделали. Вот. И это, конечно, прям чудо такое для нас. Ну и на внешнем плане как-то проявляется, да, то есть, когда доктор ее увидел, ну, другой ребенок совсем, она такая более контактная, более осознанная, очень сильно у нас координация движений улучшилась. Если год назад ее вот так вот шатало, мы еще говорили, у нее походка как у Джека Воробья, да, то сейчас она такая очень уверенная, в принципе, соответствующая возрасту. Потом такой значительный навык, то, что у нас указательный жест очень укрепился. Она теперь показывает на все предметы, в принципе, то, что ей интересно, то, что она хочет. Не только там на компьютере, да, какие-то, как я в последнем отзыве говорила. Ну, в принципе, в повседневной жизни у нас это укрепилось. Ну и так, из такого, из глобального, наверное, то, что у нас начались первые успехи с туалетом. Надеюсь, они закрепятся. По крайней мере, она начала хорошо чувствовать свое тело, то есть ощущать дискомфорт. Раньше же она вообще не понимала, что с ней там что-то произошло. Вот. Плюс она спокойно спит всю ночь без памперсов. Вот тоже это очень радует, конечно. Ну и в целом, в принципе, каждый месяц какие-то вот мелочи незначительные не происходят, меняется осознанность, лучше речь понимает,
больше включается в общение. С братом они очень подружились, теперь играют постоянно, и она сама инициирует это общение. Вот. В общем, такие вот у нас дела. Спасибо большое. Всего доброго.